Скоро летние каникулы, и многие молодые жители Самары задумаются о поиске подработки. Куда им можно обратиться? Какие документы нужны подросткам для трудоустройства? Какие права есть у молодых работников с точки зрения охраны труда? На все эти вопросы в эфире программы «Самарская среда» с Яном Налимовым на телеканале «Самара ГИС» ответит Ольга Петрухина, директор муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Молодежный центр Самарский», и Дмитрий Васюхин, консультант отдела охраны труда Департамента по управлению персоналом и кадровой политике аппарата администрации городского округа Самара. Смотрите программу 28 апреля в 18:15. Оставляйте свои вопросы на наших страницах в социальных сетях. Мы не оставим вас без внимания.